Chim, you said I Adonai Eloheinu Adonai Echad. Доброе утро всем. Рад приветствовать вас. В это утро хотелось бы поговорить немножечко о первородстве, поскольку вот прошли пасхальные праздники, и сейчас у нас счет Дней Омера. Собственно говоря, навеяно эти размышления именно истории Песаха, истории Исхода. Значит, мы знаем, что начался Исход с того, что Всевышний послал Моше к фараону и сказал: «Отпусти первенца моего». Вот я бы хотел поговорить о первенцах, о первых плодах, о первородстве. Что же такое первородство и что такое первенец, первые плоды? Вот, размышляя на эту тему, такие вот мысли интересные приходят. Вот Израиль был первенцем. Современная иудейская традиция говорит, что Бог избрал Израиля, потому что Израиль согласился принять Тору. То есть говорит о том, что была какая-то заслуга. Но давайте зададимся простым вопросом. Какая была моя заслуга перед моими родителями, чтобы они меня родили? Какая была заслуга у Израиля перед Всевышним, чтобы Всевышний создал и родил себе этот народ, который становится для него первенцем? И мы понимаем, что первенство, первородство — это не заслуга, это тот статус, который Всевышний сообщает, которым наделяет свой народ. И мы знаем, что первородство — это особое почетное звание в семье. Первородный сын, он всегда получал двойную долю наследства. Он имел особый статус в семье и перед братьями. Для братьев он был старшим и главным. И для отца он был, так сказать, правой рукой, опорой во всех делах семейных, во всем бизнесе семейном. То есть это особая ответственность. В череде праздников есть праздник первых плодов. И в Израиле, мы знаем, урожай собирается в несколько этапов. И первый этап — это первые плоды, когда рожь созревает. И, собственно говоря, этот праздник, он... В череде праздников Господних существует не зря. Он, во-первых, указывает на то, что Божий план спасения и искупления человечества проходит в несколько этапов. И первый этап, мы видим, это создание и призвание еврейского народа, которого он называет первенцем. Новый Завет нам открывает очень интересную истину, тайну, о нас, уверовавших в Иешуа Мессию. Мы видим в Евангелии от Иоанна такие слова: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И в этом месте, в этом отрывке Иешуа назван единородным. Что значит единородный? Это значит единственный, другого такого не существует. Но дальше, после смерти и воскресения Иешуа, он уже называется первенцем из мертвых, он называется первородным. Что же значит первородный? А первородный — это значит, что есть еще другие братья, которые рождаются после него. А это значит, что мы, будучи рожденными свыше, являемся детьми Божьими, точно так же, как и Иешуа является Сыном Божьим. Но он первый, он имеет особую ответственность, он имеет особый статус, он правая рука Отца. Мы же помощники ему, мы же братья, мы же соработники. И значит, поскольку первородство мы можем видеть не только на личностном уровне, но и на уровне народов. Мы приобщаемся к народу-первенцу для того, чтобы стать народом-священником для всех других народов. Потому что великое поручение, оно может быть выполнено не одним человеком и не группой людей. Поскольку великое поручение — это послание к народам, как сказал Иешуа: «Идите и научите все народы». Значит, само послание адресовано народом, и выполнить это может народ, а не отдельная группа людей. И мы, будучи рожденными свыше,
Мы должны осознавать для себя ответственность первенства, ответственность первородства. Также из Писаний мы можем увидеть, что этот статус можно потерять. Мы вспоминаем историю про Исава, про то, как он продал свое первородство за чечевичную похлебку. И когда он отказался, по сути, от первородства, он уже не смог получить и благословение, связанного с ним. И это очень важно, мы должны это помнить. Мы должны помнить, что если Всевышний наделяет какой-то ответственностью, мы должны это ценить, и мы должны исполнить то, к чему он призвал. Отказ от своего первородства, отказ от той миссии, которую Бог возлагает на человека или на народ, влечет очень и очень печальные последствия. Это можно увидеть из истории с Исавом, это можно увидеть также и из истории еврейского народа. Мы знаем, когда Моше взошел на гору, Израиль захотел себе сделать золотого тельца. И очень часто можно услышать, что это грех идолопоклонства. Но Писание грех идолопоклонства называет смертным, а значит, Израиль должен был быть уничтожен за этот грех. И мы знаем, что Всевышний хотел это сделать, но Моше вступился, и этот народ остался в живых. Есть другая история, когда Израиль подошел к границе земли обетованной, были посланы 12 разведчиков, они вернулись, и 10 из разведчиков испугались и не захотели входить, и более того, что они сами не захотели, а это были князья народа, в некотором смысле тоже первородные, имеющие особый статус, и они начали распускать худую молву об этой земле, и в результате ввели народ в состояние, когда весь народ отказался от того, чтобы войти в землю, которую Всевышний даровал народу. И вот давайте теперь задумаемся над тем, что же страшнее, отказаться войти в свое призвание или совершить грех золотого тельца. Чтобы оценить тяжесть того и другого поступка, я думаю, нам стоит посмотреть на последствия, которые были. В результате греха золотого тельца погибло около 3000 человек. В результате отказа войти в землю обетованную погиб весь народ. То есть все те люди, которые занимали ответственное положение в обществе, взрослые люди, которые вышли из Египта, они все пали в пустыне, они все остались в пустыне, и их дети, только их дети вошли в землю обетованную. То есть 3000 человек пало, и весь народ, все поколение погибло. Я думаю, что это очень хороший урок, из которого мы можем сделать вывод, что отказ от своего призвания, от своего предназначения влечет за собою гибель. И тут, опять же, можно вспомнить историю Исхода и увидеть, скажем так, для всех жителей Египта, в том числе и евреев на тот момент, два уровня, две задачи. Задача минимум – выжить, пройдя через 10 казней. И задача максимум – спасти первородство, которое означает будущность и надежду. То есть, получается, что все жители Египта имели возможность либо просто выжить, а можно просто выжить, ничего не оставив после себя, либо выжить и иметь будущность и надежду в своем первородном сыне, в продолжении потомства, в продолжении того, к чему Всевышний призвал. Если мы вспомним, собственно говоря, были ли какие-то заслуги у Авраама, за которые Бог призвал его, в сравнении с тем же Ноем, про которого сказано, что Ной ходил пред Богом, Ной был праведен вроде своем, и за это Бог обратил на него внимание. Про Авраама такое не сказано. Но про Авраама сказано самим Всевышним: «Ибо я познал тебя, что ты заповедуешь сынам своим ходить путем Господним, творя суд и милость». И, видя сердце Авраама, Бог
увидел в нем возможность не просто сохранения жизни праведника, но приумножения этой жизни в последующих поколениях. И какой можем сделать вывод из всего этого? Если Бог нас призвал из тьмы в чудный свой свет, призвал для того, чтобы мы возвещали этот его чудный свет, Он доверил нам определенную миссию, и Писание нас, верующих в Ишуа Мессию, называет первенцами, то мы должны, осознавая эту ответственность, твердо держаться того упования и той ответственности, которую Всевышний нам доверил, и, несмотря ни на что, следовать тем путем, который Господь определил для нас. Мы первородные, и мы должны это помнить. Первородство наделяет нас отцовством, которое мы не можем, в принципе, потерять. У нас его никто не может отнять. Мы можем сами отказаться от этой ответственности. Поэтому давайте мы будем молиться о том, чтобы мы вот держали это в себе, держали отцовство, держали вот это вот откровение внутри себя, что мы братья Ишуа, что мы дети Божьи, что Он наш Отец. И, собственно говоря, ну, не то чтобы как-то попытаться, ну, я не знаю, как даже это выразить, просто бывает такое, что вот люди хотят быть благодарны Богу и выразить свою благодарность в каких-то делах. Это замечательно, но нужно понимать, что благодарность Богу мы можем выразить просто в том, что мы являемся теми, кем Он нас хочет видеть, а Он нас хочет видеть своими детьми. Давайте помолимся в это утро за то, чтобы вот действительно соответствовать тому, к чему нас призвал Господь, быть теми, кем Он нас хочет видеть. Авину Малкейну, дорогой Отец наш, Господь наш и Царь наш, мы благословляем Твое святое имя, и мы просим Тебя о том, чтобы Ты укрепил веру в нас, чтобы Ты, Господь, показал то великое призвание, предназначение, которое Ты имеешь для нас, и какую ответственность Ты доверил нам на этой земле. Боже, я прошу Тебя за каждого человека, который сейчас смотрит эту передачу, чтобы Ты Духом Своим Святым наполнял нас, чтобы Ты открывал, Господь, те тайны, которые мир не может открыть, мир не может познать, но только Ты Духом Своим Святым можешь открыть, показать и ввести в то великое призвание, которое Ты имеешь для нас, как для Своих детей. Во имя Ишуа Мессии. Амен. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.